Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Озвучиваем наши занятия в Потеряевке, тематически. Сострадание. Сейчас много говорят о послушании старцам, исповедникам, и их забота сегодня об одном, чтобы их не проверяли по Слову Божию. О! А куда он ведет? Сходится ли это со Священным Писанием? В этот мир Бог послал каждого из нас, чтобы мы подготовились к вечности. Поврежденная грехом наша природа легко уязвима печалью греха, полна горечи и сомнений, боли и страдания. Когда страдание постигает человека, то утешение он находит не только в устранении этих причин, приведших к страданию, но и в утешении, какое получает от родных, близких своих. В полной Библии это слово «сострадание» встречается 17 раз. Это стоит того, чтобы рассмотреть все случаи, на которые указывает Слово Божие, где и кому можно сострадать, какие виды его существуют ныне, и схоже ли это с тем, что описывается в промежутке 5600 лет, который захватывает Библия. Мы узнаем, что есть случаи, когда никак нельзя сострадать, но можно только благодарить Бога, что и тебя не захватила эта волна наказания. Бог желает, чтобы в нас были отклики на все, но похожие на те, какие в нем. Схожие мысли. Филиппийцам. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Исаия. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Иеремия. Ибо только я знаю намерения, какие имею вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Иеремия. Проклят, кто дело Господне делает небрежно, и проклят, кто удерживает меч его от крови. Бог проклинает человека, который жалеет нечестивца, попавшего в беду. А нам кажется, что нужно обязательно выразить сочувствие, и при том по любому поводу. Следует провести ревизию о своих чувствах и выпросить у Бога милость мыслить теми категориями, какими мыслит Бог, чтобы его мысли стали нашими мыслями и поднялись на небесную высоту, чтобы мы думали не о временном, а о вечном. Библия говорит слова, которыми пренебрегать крайне опасно. Если Бог поднял руку для поражения, ты можешь только зажмуриться, полностью войти в область молитвы и ждать милости всемогущего, милующего и наказывающего, имеющего бездну сострадания. Может, человек сам залез в беду, и Бог дает единственное верное лекарство. Родится дитя, урод, или сам калека, отнято, сгорело. Его все покинули, потери родных. Ничто другое человека уже не трогает, и тогда Бог прибегает к шоковой терапии. Он бьет и смотрит, высекла ли эта искру его замершем творении. Рассекая плоть, он вызывает к жизни душу. Мы привыкли уже слышать о невыплате пенсии, зарплаты. И мало кто знает, что все эти сокровища уплывают в Израиль, в руки тех, кто подбирает своим рукам все мировые средства, чтобы потом вдруг, прикрыв все источники питания, объявить в печати 666. Эти деятели сегодня отнимают самое необходимое для жизни. Последнюю овечку уводят со двора за неуплату, за квартиру и другие недоимки. Случилось такое и у Давида, когда он отнял жену у своего подчиненного, офицера, а его отправил на верную гибель. Ответ Божий не замедлил прозвучать для него, как удар, Второе Царство. И за овечку он должен заплатить четверо, за то, что он сделал это, и за то, что и не имел сострадания. Сделавший зло должен выразить сострадание потерпевшему и возместить нанесенную потерю, выразить сочувствие. Сострадание, то есть быть участником терпящему страдания, разделить с ним его скорбь, понести его бремя. Получив обличение от пророка Донафана, Давид и написал Псалом 50-й, самый популярный с тех пор, читаемый чаще всего в домашних молитвах и в церковных. «Помилуй меня, Боже!» Сейчас тоже встречаются подобные случаи, когда, завладевая чужой женой и покушается на хозяина дома, кидается на него драться и угрожает ему, не имея сострадания. Такому человеку Господь выносит приговор, лишает его надежды на спасение и отнимает спасительную веру. Когда Давид выслушал притчу из уст Нафана, то чувство справедливости охватило его, и в негодовании он восклицает Второе Царство. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив Господь! Достоин смерти человек, сделавший это!» Когда дело касается просто выразить сочувствие,
Нам это даже приятно. Пусть все знают нашу доброту. Но когда оказалось, что виновник страданий и смерти другого именно ты, тут сразу пыл охладевает. Где сегодня найти такого нафана для правителей, чтобы облегчили отнимающих последнюю овечку пенсию? Третье царство. И прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою, и все проступки его, которые он сделал пред тобою, и возбуди сострадание к ним, пленивших их, чтобы они милостивы были к ним. Это молитва Соломона. Псалом 68. Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог. Ждал сострадания, но нет его. Утешителей, но не нахожу. Псалом 105. И возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Но когда человек предает Христа, то Бог запрещает сострадать такому. Идет Нюрнбергский процесс над фашизмом. Какое может быть сострадание к разбойникам, к тем, кто ограбил Россию? Коммунистам, погибившим страну, уничтожившим 66 миллионов природных жителей страны. Они должны быть наказаны Богом, и чтобы никто им не сострадал, не сочувствовал. Псалом 108. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Трища. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. Души коварные блуждают во грехах, а праведники сострадают и милуют. Иеремия. Ибо кто пожалеет о тебе, Иерусалим? И кто окажет сострадание к тебе? И кто зайдет к тебе спросить о твоем благосостоянии? Состраданию надо учить ребенка и на животных, и на птицах, и даже на присмыкающихся. Говори ему, как бы ты чувствовал, если бы тебя Бог сотворил таким вот? Хорошо ли тебе тогда было бы? Жалеем и повредившиеся в уме, говорит Иоанн Златоуст. А от пьяницы, наркомана отворачиваемся. Он достоин не сожаления, а презрения, ибо добровольно пренебрег разумом и пожелал иметь радость, ворвавшись туда через бутылку или через иглу с черного хода. Пьяница и скотину свою распускает по чужим полям, говорит безумные слова и на брата, и даже на мать свою и на священника. К нему не может быть сострадания, чтобы и тебя Бог не поразил. Проще выразить это так. Мы молим Бога, чтобы такого человека Бог наставил на путь истины. А какими путями, это только Он знает. И когда Бог начинает вкладывать узду в уста этого безумствующего, мы начинаем жалеть его. Да где же Бог? Вот человек несправедливо страдает. А он курил и по пьянке зажег дом. Взорвался газ и сам сгорел. Что, Бог виноват в этом? Премудрый Соломон в притчах слово «глупо» повторяет 40 раз. И в книге Екклесиаста он же повторяет и это слово еще 14 раз. У Сираха 18 раз. И везде настаивают, что такие люди недостойны сострадания, ибо они сами кузнецы своего счастья, в кавычках, Захария. Так говорил тогда Господь Саваоф. Производите суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему, Яков. Вот, мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. 1 Петра. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Ефесянам. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, евреям. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Ибо вы и моим узам сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Люди, которые не выказывают сострадания к тем, кто несправедливо преследуется или приговорен к смерти, подобны идолам. 3 Маковейского. Когда увидели его иудеи, подняли громкий вопль к небу, так что и ближайшие долины огласились эхом и возбудили неудержимое сострадание во всем войске. Послание Иеремии. Вдове не окажут сострадания, и сироте не сделают добра. Бог наш называется заступник, Бог вдов и сирот. Мы же должны во всем быть подобными Богу нашему. Вдовы истинные те, кто потерял мужа, а не эти соломенные разведенки.
их заступник сам всемогущий Бог Саваоф, Серахов. Ибо Господь сострадателен и милостив, и прощает грехи, и спасает во время скорби. Тагинцев, известный проповедник у баптистов в Павлодаре, рассказывал, что в войну он занимал какую-то должность, и к ним были высланы евреи, и он помог одной еврейке, которую он устроил на работу. Он говорит, что до конца жизни ощущал внимание этих людей, которые как-то узнавали, что он тот, кто помог этой еврейке. В нашем народе погублено чувство сострадания, и в этом виноваты только большевики. Они раскулачивали людей, искусственно создавая голод, и под страхом смерти запрещали выказывать сострадание по выкинутым на улицу и умирающим от голода. Сострадание было чуждо этим зверям, и они выжигали его. А до этого все писатели писали о русской нации, как особо сострадательной. И какие жестокие сегодня правители, как они на полностью обнищавший народ накладывают все новые и новые времена. Сейчас так, что если человеку помогал 100 раз, но один раз не успел или сделал замечание, то все забыто. И будут трясти этим одним случаем. Ты же записывай в свой дневник добро, какое тебе совершил этот человек, и забудь, где и что было сказано тебе не в похвалу. Передай и своим детям, что тебе было трудно, а вот тот-то типа, мне помог, и его детям старайся воздать добро. 1 Петра. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренно мудры. Ефесянам. Но будьте друг от друга добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Филиппийцам. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность. Иаков. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец оного от Господа, ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Пришли друзья к Иову и так утешили, в кавычках, со своим состраданием, что подвигли его к ропоту на Бога. В этом пример, что иногда рядом с попавшим в беду нужно всего лишь посидеть, подержать его за руку и утереть его слезу. Мне долго не было понятно, за что же Бог прогневался на этих друзей Иова. Потом, когда прочитал толкование Златоуста, понятным стало, что эти товарищи хотели от Бога, чтобы он поступал, как им уже было известно. То есть шаблонно, стандартно. Но Бог не связан никакими условностями и волен делать так, как ему угодно. Здесь не за грехи он наказывал Иова, а чтобы показать его величие, что не за добрые дела славит Иов Бога, а просто он добр. Проходя мимо поверженного разбойниками, священник не только не оказал сострадания, но и не вызвал помощь. А если бы священник еще и пнул лежащего при смерти и плюнул на него, вина его была какая? А у нас так случается, и сколько хочешь. А нас публиковали продажные гиены, пасквиль бесовский в московском комсомольце на Алтае по заказу Дружининых. И свои же идут защищать этих негодяев, и после этого бегут причащаться к Старкову славе. Это уже за грани возможных чувств несострадания. Подошли, посмотрели, что ты изранен, и сверху еще забрасывают тебя лживыми мнениями, выискивая неправду. Сколько домов тут стоит? Стоит. Пруд или озеро у нас здесь. Как Петя Калашников в бесновании, злобы на суде клевету поддерживал. Братья без сострадания бросили в колодец Иосифа и продали его. А он жалел их. Лучшее пастбище отдал им в Египте. Наше районное начальство не родня этому прекрасному Иосифу Яковлевичу. У них нет сострадания. Иначе бы они все земли, испокон века принадлежавшие Потеряевке, отдали бы нам, их законным хозяевам, сегодня же. Яков. Ибо суд без милости, не оказавшему милости. Милость превозносится над судом. Амос. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями, и не болезнуйте о бедствии Иосифа. В Библии нет слов соболезновать, сочувствовать, сопереживать. Видимо, есть другие слова, которые выражают это. Апостол Павел прямо дает заповедь римлян. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Но доказано, что плакать с плачущими легче, чем радоваться с радующимися. Это не всем дано. В Израиле были даже наемные плакальщицы, чтобы сострадать горю человека, Екклезиаст.
и высоты будут им страшны, и на другие, и на дороге ужасы, и зацветет миндаль, и отяжелеет кузнечик, и рассыпется каперс, ибо отходит человек в вечный дом свой, и готов окружить его по улице плакальщица. Иеремия. Так говорит Господь Саваоф: подумайте, и позовите плакальщиц, чтобы они пришли. Пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Но вот наемных людей, чтобы веселили, таких Библия не знает. В Грузии есть тамада, который заученные тосты говорят и умеет рассказать веселые шутки, чтобы радовать кормящих его. Ну и в Украине тоже. Самая большая радость, когда душа кается. Такого человека поздравляет, что ему Бог дал духа покаяния. Луки. Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике кающемся, евреям. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Радуемся ли мы, ликуем ли мы от покаяния души, или это нам все равно? Все остальные радости от горшков, что они значат? И самая большая печаль от падения человека, от Матфея. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вы разве не видите, что стало Сашей Дмухой? Как низко он пал. Но пока он еще здесь и приходит в храм, то все еще есть надежда. Как только он будет исключен из общины, он уйдет безвозвратно. Кто согласен завтра же начать поститься за него и специально молиться? Ибо слишком многое нам дано, потому и из 45 отступников ни один еще не вернулся. У нас не московская патриархия. Слишком четкая грань между светом и тьмой, между живым и мертвым. И когда человек лезет через эту грань, то Бог отрезает окончательно, и человек уже не может раскаяться. Он просто скользит в пропасть и не осознает этого. Из тех, кто пал, никто уже не может ни пасть, ни встать, потому что все лежат. Они по виду еще появляются в храмах, где проходной двор. Но состояние аховое у всех без исключения. Встречаю одну Татьяну. Я спрашиваю: как живешь, как спасаешься? Она где-то в брюки, крашеная, передернулась вся. Кому какое дело? Слышал, что замуж вышла, а муж это чужой, и при живой жене, и невенчанно живешь с этим табакуром и безбожником. А что? Я как одна могу жить? У меня сын. Христос разве не знает, что мне одной трудно? Видно, что Тарасов Андрюша игумен, ставленник епископа Антония, ее учит. Хорошо в кавычках учит. По-игуменски учит. Ее сына он отрывал от лагеря, когда тот тут был. А сын воришка нахальный. У Вали Коневой, прихожанки нашей, деньги утащил из сумочки. Игумен же поставил задачу их всех спасать. Как-то занять ее сына. Ушли. И что же, занял его игумен? Как бы не так. Да у него и нет ничего, кроме поношения против нас. Где сострадание, там и единомысленно живут. Сегодня говорят, что нет объединяющей идеи, чтобы люди стремились к ней. Раньше была «Вперед к победе коммунизма». Конечно же, ложная идея. Но вперед, вперед! Как горизонт, то чем дальше идешь, тем дальше горизонт отдаляется. А тут идут, а идеи нет. Была идея за Родину, за Сталина. На поле сражения нет ни Сталина, ни Родины уже нет. Прошли в Германии уже и в Испании. Сегодня есть название идеи, которую я вывел из опыта, из труда, из всего, что вижу и читаю. Если не знаете, то запишите ее. Она очень емкая и краткая. Дети, воспитанные во Христе. Этой национальной идеей должно быть все охвачено. Дети, которых воспитывают по Библии, во Христе. Это хорошие начальники, это добрые депутаты, это честный президент, это прекрасные судьи, это пустые тюрьмы, это заброшенные заржавелые замки. Замки. По чужим дачам нигде не лазят, старших почитают, нет абортов. Между собой не дерутся, сохраняют себя до брака, нет убийств. Дети, воспитанные во Христе, это ни одного пьяного, ни одного матерщинника. Я годами добирался до этой фразы и, наконец, нашел ее. И пришел к этому через общение с людьми, через молитву и через Слово Божие. Мне один профессор как-то сказал: почему нигде не говорят, что главное достояние нашей страны есть дети? Раньше говорили, что это привилегированный класс. Сейчас и этого нигде нет. Все отняли. Матерям нечем кормить детей, ни детских, ни пенсий, не платят. Варье на варье в правительстве, да. В милиции, в органах прокуратуры и в судах.
Дети, воспитанные во Христе, это патриоты и герои, а не сегодняшние головорезы. Старших уже не воспитаешь, их только уничтожать Бог будет, зарывать в песок, потому что они так тянутся в Египет мыслями, им нужен Сталин, им под фараоном же было хорошо. Числам. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, и репчатый лук, и чеснок. Исход. И сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Из этих зюгановских голосовальщиков из 600 тысяч выйдут только двое в обетованную землю. Старики несут на себе печать прошлого. Они давятся воспоминаниями, что так-то им было хорошо. И когда колбасу ливерную он мог на 7 ноября вкусить, и пенсии ему давали. Спецстоловы для портаппарата были. Ностальгия по тоталитаризму у них неистребима. Они развратители молодежи. Молодежь нужно прятать от них. Даже на пенсии мог Чимкент к родственникам съездить, а теперь сидит, не может поехать. Сегодня священники играют в милосердных батюшек и не накладывают наказания, церковную епитимию, и все пускают прихожанам. А он не имеет никакого права поступать произвольно, потому что есть закон. Сходите в суд и спросите, может ли судья помимо статьи назначить легче наказание. Приезжают к нам в лагерь люди, и гляжу, в воскресенье отправляются куда-то. Оказалось, что матушка их уже наняла поработать, ей крышу нужно перекрыть. В воскресенье? Мы к батюшке. Что это такое? Он не знал. Сейчас же и прекратил это. Если не так, то анафема церковная будет на крыше. У матушки давно уже временные формы перепутались в голове. Была не была. Она четвергом среду считает, по облегченному режиму погибает. В житиях святых видим, как сострадательны были новообращенные, а палачи замечали, кто не хлопает в ладоши, кто не одобряет эти казни. Так было и в годы советской вакханалии. Передают, что в Москве взорвали в переходе террористы бомбу, погибло и ранено более 100 человек. Выносят из-под земли стонущих, везде кровь, страдания, а наверху тут же стоят и передают пиво, пьют, гогочут. Диктор говорит, что дошли до создания нового человека, обывателя, несострадательного горю ближнего. Может, разве так поступить верующий? Хотя бы шапку сними. С других городов сострадают люди. Посожалей, подумай, что это ты мог быть здесь? Мне сострадали всегда. В лагере было даже сообщать, что умерла мне близкая тетя Тоня. Я заплакал. Замначальника лагеря, сухощавый капитан, вызывает к себе в кабинет и спрашивает. Что случилось? Что нужно? Помолиться. Он тут же запер меня, и я там несколько часов молился. И когда бороду снимали, то он пришел, сострадал мне. Казах. А ему могут позавидовать наши христиане. Более всего мешает сострадательности самолюбие. Мне архиепископ Лос-Анджелесский говорил, что Америка – это гнойник разврата. Но в то же время она везде спешит всем на помощь. Она сострадательна. Бог еще милует ее. Милосердие, сострадательность продляет жизнь. Жестокость же сокращает жизнь. Где нужно быть сострадательным начальству? Недавно был у Андрея, а его брат Роман помогает строить дом ему и думает сам строиться. Случайно увидел кучу разбитых изоляторов со столбов электрических. Что это? Оказывается, что им нужна проволока. И они не желают отвинчивать эти изоляторы, а бац, обухом и в кучу. И набили таких же довольно много. Да разве ж так... Можно делать. Так уж можно делать. За нами кто приедет? Где они будут брать изоляторы, чтобы подвести к себе электричество? Кому надо, пусть сами находят себе. Почему мы должны о них думать? Это отвечает кто? Верующий? Нет. Верующий никогда так не сможет ответить. У них же жестокосердность во всяком дыхании и в слове. Батюшка, как ни странно, меня не поддержал. Мы сейчас здесь в льготном положении и подбираем везде, что осталось от прежней деревни. А те, кто приедет после нас, у них уже ничего этого не будет. Им надо будет за большие деньги это покупать. А ты поколотил их сколько? Кто-то у печи выплавлял этот фарфор. А ты просто так все отправил на свалку. Пожалей тех, кто за нами будет жить. Нет, так даром вам это не пройдет. Будут у вас другие трудности взамен этих. Ни грамма не хотят подумать о тех, кто за нами придет. Что же на вас примеры не действуют? У каждого есть теперь духовная библиотека. Кто вам ее собрал из новых книг? Покупал я вам новое в Москве, и все для вас, чтобы облегчить
начальные шаги. Саше нужны шарниры. И он знает, что батюшке тоже нужны. Но привез только себе два, и даже ни одного лишнего. Почему же батюшка покупает шифер не на свою только крышу? И гвоздей несколько машин. Про лес и говорить не нужно. Столько вагонов ее загнали сюда на храм. Нет, живут только для себя. Лживое христианство и лживое воинство. Недавно из барнаульской общины сообщают радостную весть. Батюшка вышел перед всеми и покаялся. Что правильно Игнатий говорил вот о том-то, а я не верил. А все так и случилось. Всех удивило, что батюшка так прямо и сказал о себе. Я ему не раз говорил, что события нужно опережать на несколько шагов, а не по развалинам идти, как он делает. Пушкин так и пишет, и милость к падшим призывал. Мама наша рассказала случай, что один так любил свою ненаглядную невесту, а она так боялась мук родильных, что он под венцом так и обещал ей молиться, что муки родильные будет брать на себя. Когда она потом рожала, то мужик от боли на дерево даже залазил. И вот недавно такой прибор по состраданию учинили, якобы, и решили на одном мужике, таком же любящем супруге, при рождении ей ребенка испытать. Наступило время рожать, и недалеко от того места, где ей надлежало тужиться, подключили все стрелки, но предупреждали, что женское сердце намного лучше боль переносит, и больше 6% дать нельзя, без ущерба для здоровья сострадательному супругу. Начинают добавлять, мужики-то ей совсем квелые, от капли крови у него вся промежность заледенеет, а увидит белый халат, 3 дня в обмороке валяется дядя Ваня. Дали предельные 6%. Ну как? Нет ничего. Ну хоть немного пощипывают. Да нет, все тихо. Добавлять начали с опаской, дал 15%. А если ты еще и куришь, то выпивохи и этого хватит, чтобы роды закончились похоронами. Неблагополучно для тебя. Время уже родить, начались схватки. Из больницы-то звонят, а тут профессор над мужем экспериментирует. Звонят отсюда, справляется. Как его Ирина там? Мужик беспокоится за нее, просит дать больше, а то жена мне ходу не даст до себя. Дает тогда 50% и говорит, что это по расписке, но за это уже не отвечает. Дает 70% и тут ничего нет. Прибор с стрелками уперся давно за красной шкалой. Как у подводной лодки на 10 километрах погрузился. Звонит, что жена разродилась нормально. Профессору загадка. Я согласен, чтобы так всегда получалось. Идет мужик и радуется, что и жена довольна, и сам не пострадал. Подходит к дому, а на крыльце лежит сосед мертвый. Вообще ребенок-то оказался. А сострадание-то на отца, боль-то перевезли. На соседа, то есть. В Америке проводили опыты на жестокость и на сострадательность. Человеку предлагалось управлять рычагами и слышать, как его руки, влияющие на величину электрического тока, влияют на того, кого он не видит за стенкой. Но воображая, что это его неприятель, там, где привязан к электрическому стулу, приговоренный к смерти, слышат вопли душераздирающие с той стороны, и как это влияет на экзекутора, какую сторону он двигает рычаг, уменьшает и увеличивает сострадание того, кто в его власти оказался. Один только слышен крик и тут же бросил. Не могу. Никак не могу. Другой не может смотреть, как курицу рубят, а другой ждет, не дождется, когда папка будет колоть свиней, ему бы только посмотреть на это зрелище. Никогда детям не разрешайте смотреть на расставание с жизнью даже животного, иначе дети будут жестокими, немилосердными. Прибор показал, что это за люди, а другой, слыша голос мучимого им, еще и добавляет. Оказалось, что там никого нет, а это только записи были так сделаны искусно. Наконец, выворачивает на смертную казнь. Удовлетворен, я почувствовал настоящее наслаждение. Все закончилось, ничего нет. А вот у этих, у народностей-то, которые здесь, у них они, ребятишки, маленькие, всегда присутствуют. И поэтому они такие мужественные.